Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня букс, где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов дают зарабатывать денежку. Здесь у нас статистика, такого здесь ничего нет. Заработок. Сейчас все это покажу. Ну и здесь последние выплаты. Вот такая местная валюта. Фли. Минималка на вывод здесь 200 вот этих монет внутренних. Сейчас все мы посмотрим. Значит, ну и регистрация здесь наипростейшая. Get Start. Email, логин, пароль. Разгадываем капчу и нажимаем зарегистрироваться. Я же уже зарегистрировалась. Вход по электронной почте и паролю. Email, пароль, капча. Ждем нашу капчу. Разгадываем. Дальше. Готово. И на синюю вкладочку. Далее попадаем в кабинет. Ежедневно дают бонус тут. Несколько монет. Вот этих фли. Плюс еще энергии дают. Я энергию не собирала. Это мне все бонусные. Значит, ну вот здесь все наша статистика. Столько вот у меня монет набрано. Я сегодня просмотрела рекламку. Также здесь есть чат. Можно как бы перевести, почитать информацию, пообщаться, наверное. Далее что? Прописываем. Что у нас здесь прописываем? Кошелек. Есть Faucet Pay, а есть Pair. Значит, этот Faucet Pay, видим здесь email написан, прописываем email Faucet Pay, сохраняем. Все. Сохранила. Далее что? Опускаемся ниже. Pair кошелек тоже номер пропишем на всякий пожарный. Сохраним. Кошелек я сохранила. Так, все. Это для вывода нам надо. Далее что? Вкладочка, вот здесь профиль. Как бы здесь тоже в профиле нет ничего. Здесь вкладочка рефералы тоже, что и здесь. Ну и выход. Значит, вкладочка рефералы. Находится наша партнерская ссылочка для приглашений. Вот она. Далее, здесь это достижение. Хотите, выполняйте. Ну, тут достижения на коротких ссылках. Просмотрите одну короткую ссылку, вам будет достижение 5 и так далее по нарастающей. Так, далее что у нас? Сейчас даже на русский переведем. Посмотрим. Таблица лидеров. Этот ни о чем. Заработки. Значит, заработки здесь что у нас? Кран, серфинг. Это кран. Вот на кране я, наверное, буду сидеть. Я вообще думала что-то и удалить. А потом зашла на кран, посмотрела как бы. Тут по 3 монетки. Почти 3,5. Как бы можно и поработать, потому как, ну, 5 минут, да, это все можно на кране. Так, сейчас. Капча, я не разгадала. Сейчас наша капча загрузится.
подождем нашу капчу. Капчу разгадали, кликаем claim. Все, и вот эти монетки мне пошли на баланс. Окей. Через 5 минут обратно. Далее. Кликаем заработок. Автоклейм здесь у меня нет ничего. Как бы мне он недоступен. Там надо идти энергия и все как такое, видим, да. Ну, здесь и дают мало. Опять вот earn. Кликаем. Серфинг. Я серфинг просмотрела и оставила. Все. Вот два серфинга по 5 секунд. Здесь больше 10 рекламок было. Здесь два вида. Один вот такой серфинг. Вот здесь кликаем. Другой серфинг, да? Тоже 5 секунд. Кликаем. И вот здесь идет в самом низу, обратите, в правом нижнем углу, идет таймер. Кликаем. Зеленую. Разгадываем нашу капчу. Разгадали нашу капчу. После нужно здесь по пустому месту кликнуть, а потом уже сюда, чтобы появилась капча. Коллект. Возвращаемся. Это можно закрыть. Все. Это мы просмотрели. Здесь не встретили. Осталось здесь. А здесь обычный серфинг. Кликаем. Перебрасывать на страничку, опять сюда кликаем. Здесь рекламка, а здесь идет таймер. Видим, да? Возвращаемся, разгадываем капчу. Сейчас наша капча загрузится. Разгадываем. Такие капчи дурные. Так, нажмите на этот объект. Дальше. Опять готово. И на синюю. Все, зачет. Собрали. Дальше по заработку. Так, это у нас, если хотите читать, тоже доход такой у нас есть. Ну, здесь уже побольше как бы монет, но там перебрасывать на страничку нужно перейти, как бы, если не боитесь, по ссылочке, как бы вам говорят. Давайте я вам покажу. Claim.
Вот так вот, видите. Да, вот видите, уведомления. Если вы хотите переходить на то, нажмите сюда, вернуться на предыдущую. Вот. Я вернулась. Как бы. Меня перебросило на кран. Вот. Не читаю. Если я на серфинге, и кран мне вот понравился. Брать. То это чтение писем, но этих статей. Далее есть задания. Можно на заданиях еще выполнять. Значит, давайте переведем на русский. Посмотрим, что здесь за задание. Ну, здесь как бы активность в социальных сетях. Переводим на русский. Значит, задание. Ага. Так, регистрируйте каждый день. Так. Ежедневно, как бы, тоже ежедневное задание от 35 рублей дают. Это за каждый вход. Ну-ка попробуем требовать. А, нет. Отправить доказательства. Нет, ребят. Я только тут сюда не пойду. Давайте задание. Так, задание. Посмотрим еще что там. Опять переводим. Ага. Значит, Телеграм свой отправить, потом укажите свое имя на Facebook, потом Twitter. Но это, я так понимаю, это надо делать посты с реферальной ссылкой и получать как будто количество определенное вот этих монет. Потом ВКонтакте даже можно, да, на YouTube сделайте видео и можно получить такое количество монет. Трастпилот и зарегистрирован. Вот по этой ссылке нужно зарегистрироваться, тоже получить монет. Так, далее что еще есть? Игры. Это ни о чем. Опять игра в кости. Майнинг. Стены предложения тоже. Далее что? Финансы. Депозит нам не надо. Вкладочка отзывать. Минимальный вывод здесь 200 вот этих фли монет. У меня 32 монетки. Значит, есть Faucet Pay, как я сказала, и Pair. Если на Faucet Pay... Да ё-моё. Поставить оригинал. Ну ладно. Значит, здесь очень много монет. Видите, да? Сейчас посмотрим на BNB сколько. Мне все равно мало, так что у меня не выведется. Просто покажут минимальную сумму. Я вот так делала. Кликаем отзывать. Так, минимум 200 монет. Это везде так. Сейчас посмотрим на Pair сколько. Вывод на Pair. Так. Вывод. А здесь на Pair минимум 800 монет. Видим, да? Так что на Faucet Pay набрать это легко. А это прямой кошелек, наверное. Что это? Select метод. Ага. Ну, здесь вот Faucet Pay само такое 200 монет набрать. Это реально. Так, ну и все. Здесь больше ничего такого нет. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Я не хочу сказать, что я буду на экране сидеть до одури там. Ну, 10 как бы клеймов, да. 20 клеймов можно сделать. И не спеша набрать как бы минималку. На данный момент у меня 32 монеты. Кому интересно работать и зарабатывать, неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.